Русское географическое общество представляет. Самое главное сокровище Центральной Азии. Здесь никогда не было жемчуга, но в древности ее называли «жемчужной». Она раскинулась на площади чуть меньше, чем Великобритания. Она тянется на 2000 километров, спасая жителей 4 государств. Она начинает свой путь на высоте 3750 метров на Нагорьях Тяньшаня. Ее исток нашел русский путешественник. Что это за река и кто нанес ее на карту?